Значит, конечно, для любой страны, когда лидер нации, руководитель государства разводится, это, конечно, влияет на общие такие национальные устои. Ну что, вот он тем самым подает такой пример, и посмотрите, он может взять и развестись. С другой стороны, мы понимаем, что президент Путин, он живой человек, и у него, конечно, есть вот такая, ну, трагедия, а любой развод – это, конечно, трагедия. Трагедия в его семье. И, наверное, он знал и понимал, на что идет, когда принимали они такое решение. Но я не вижу в этом никаких таких политических знаков. Я вижу это его личное, человеческое решение по поводу разойтись и жить какой-то другой жизнью.